Родители погибших армянских солдат требуют суда над Пашиняном. Возле здания Генпрокуратуры, где родственники погибших военнослужащих проводят акцию протеста, один из прохожих оскорбил отца одного из погибших военнослужащих Вигена Азатяна, после чего началась потасовка, передает Аззи Ас. В ходе потасовки прохожий ударил Азатяна. Правоохранители сообщили, что гражданина увели в отделение полиции. «Вы что, вдесятером не можете поймать одного хулигана?» – выразил недоумение пострадавший. «Мы хотим, чтобы Никол Пашинян сидел в кресле подсудимого». Во время акции протеста в беседе с журналистами заявила мать погибшего в 44-дневной войне добровольца Армана Оганджаньяна Елизавета Оганджанян. Она выразила недоверие в отношении Следственного комитета Армении, ведущего дело против Пашиняна. Она выразила желание также других родственников погибших военнослужащих передать его в службу национальной безопасности Армении. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь на канал.